Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и время создать нашего нового, невероятного, невообразимого, неподражаемого, супер-пупер гибрида. Так, и на этот раз у нас будет, кто будет легендарный парамолох? Ну, то есть это у нас будет паразавр плюс стигимолох. Ну, стиги, на которые у нас сейчас, как говорится, распродажа, на которые акционные, эпические, да, стигимолохи. Вот так вот. Из него еще делается уникальный туарамолох. Ну, давайте создадим. Ну, появился он довольно-таки прикольно. Напоминает какого-то мне пришельца. Ну, что у нас мы видим? Ну, паразавр как паразавр, только с коническим, более острым гребнем и шипами по краям. Ну, такой, в принципе, вполне себе реалистичная разновидность какого-то там гадрозаврида. Да, давайте мы его подраконим. У него, наверное, должен быть паралич, подмена, вот что-то вроде такого. Хотя это у иганодонтидов всяких там. Ну, в общем-то, теперь опять нужно будет ловить этих паразавров пачками, целыми стадами уничтожать. Потому что они обыкновенные, и их нужно очень много. Так, это существо появилось благодаря слиянию паразавролофа и стигимолоха. Его уникальный гребень на голове помогает ему только в сражениях, не только в сражениях, да, но и в общении с другими животными. Ну да, даже по одной из теорий, что он мог создавать настолько сильную звуковую волну, что прям чуть ли не без сознания падали хищники, которые попытались так глупо напасть на паразавролоха. Такую информацию я даже смотрел когда-то. Итак, 3 косаря жизни, 700 урон, отлично, скорость отлично, брони нет. Ну, хороший показатель, в принципе. Одинарный удар, удар с подменой, с задержкой, ну, все удары с задержкой. То есть мы ничего не сможем сделать. Но есть 2 паралича, это, в общем-то, шикарно. Перезарядка 2, перезарядка 3. Кстати, это опережающий паралич, и у него перезарядка 2. То есть у обычного паралича перезарядка 3, а у этого опережающего перезарядка 2. Вообще прикольно. Вообще прикольно, ребятки. Так что предлагаю его начать немедленно тестировать. Так. Ну, давайте. Так и начнем. Кого мы заменим? Давайте вот тебя заменим. На 16. Вот, кстати, у нас здесь, смотрите. Давайте вот возьмем такого парнишку возьмем. Да, тебя давайте, наверное, тоже заменим. 16. Так, ты где? Вот, вот ты где. Давайте сейчас экзотиков наберем, ё-моё. А чё бы не набрать? Вот экзотиков. Экзотика. Вот тебя, например, возьмем. Вот тебя возьмем. Так, ну трикозавр это слишком сильный парень. Кстати, а вот паразавролов. Вот, вот, обычного стигимолоха возьмем. И кого еще взять? Вот, допустим, раджикилозавра возьмем. Готово. А, так, а тебя я могу качнуть? Да, я же вроде денег уже насобирал. А, хотя его качать... Почему я его пытался качать на 20-й? Это он нужен для вот этого вот гибрида, да? Для туарамолоха? Нет. Не нужен. А зачем я его качал на такой уровень? Куда он еще идет? Блин, жесть, я что, столько в тупую деньги потратил? На парамолоха он нужен, наверное, был 15 уровня всего лишь. Зачем я еще его качнул? Это печально, ребята. Очень странно. Очень странно. Давайте заберем награду. Так, летают тут у нас вот всякие диморфодоны, да, вот такой вот прикольный. Классно так летает, да, смотрите, парит. Очень реалистично. А пальцы как у обезьяны какой-то. Так, ну чё. Давайте будем сражаться. Вот есть у нас эпическая башня. У нас даже 2 эпических башни. Во второй эпической башне у меня 30-й капразух и нандазух. Вот что-то вроде такого. Так, ну здесь у нас тоже много боев. Давайте посмотрим. Так, ну вот такие вот у нас ребятки. И помчались. Будем начинать с нашего парамолоха.
А, там по необходимости будем подменяться на других существ. Так, кстати, у нас на Дракорекса можно подмениться, да? Или то Стиги, кто у нас там? Так, очень больно бьющий у нас. Чё, хорошая такая анимация по ударам. Так. Да, давайте еще я как-то тише чуть-чуть сделаю. Так, ну что, опережающий паралич. Готово. Ну, теперь обычный паралич. Сработало или не сработало? Так, ну и теперь с подменой. Ага, пробил, отлично. Бедный, бедный Барионикс. Так, манолометродончик у нас теперь появился. И мега-демагер. Так, ну опережающих у нас нет ударов, да? Ну ладно. Да я его и так пробиваю, да? Нет, не всеми ударами, ладно. До свидания. Следующего давайте нам. Так. Появился Иритатор. Давайте мы подменимся на Дракорекса. И у нас удар сразу. Ух ты, 826. Вот это было больно. Слушай, он всего лишь 17 левела, а как раздает. Так, ну он же выдержит. Кстати, какая у него-то сила удара? Бьет больно. Ну жизни не так. 124 скорость. Хорошая скорость. Ну и опережающая паралич. Гви-гви! Как хрюшка, короче, хрюкает. И нам дают какую-то награду. Так, дальше у нас идут тоже, короче, демагеры. Да, ваши противники, команда животных, способных усиливать свои способности, вам помогут быстрые существа, которые наносят большой урон. Ну, хорошо. Так, вот тебя возьмем. Давайте нижний ряд возьмем. Мы просто возьмем здесь силой, грубой силой. И параличом. Ух ты, смотрите, у него скорость 126, как и у нас, но у нас просто уровень больше. Что он себя усилит, а мы его парализуем. Но больно бьют, гады. О, так, слышите, такого сейчас и пробьет. Того гляди. Ух, парализовала, а то бы нам хана была. Да он сейчас походит, да? Ух, ну нормально. В принципе, на паразавра можно будет подмениться, если он будет пошустрее. Давай! Триастроникс! Да блин, хана Триастрониксу. Хана. Ну вот, да. Пока что я, как говорится, не понял смысл Триастроникса, его величество Стиги.
больно бьет Стиги. Блин, зачем я его качал до 20-го? Блин, who knows? Who knows if anybody knows? Это было не, ребята, не матерное выражение, это был английский язык. Так, паралич не сработал, такой, да? А у него какие удары, блин? У него удары все пробивают. То есть хана тебе, Стиги. Щит тебе не поможет. Но she's alive! She's alive! Он живой. Так, кого возьмем сейчас? Так, что у тебя за удары? Вообще как-то не оценил тебя. Так. Ну, вот так давайте. Еще раз дадим еще один шанс нашему Триастрониксу. Ну и не годится он. Слабоват как-то. Давайте начнем с него. Да, ну да, неудачно. Неудачно начал. Так, сколько длится на три следующих хода? Вот этот удар, я понимаю. Сразу усилил, продемажил. А то, как бы, конечно, сильный, но одноразовый. А ну давай, обычным ударом. И, блин, ну и не пробил. Смысл так бить? Хорошо, хоть скорость есть. Какая-нибудь. Так, а этот тварь еще пошустрее. Ну, как бы, ну, надо меняться. Вообще. Тут хоть контратака есть. Но он слабенький. Не знаем, что он слабенький. А вот его уникальный гибрид — это сила. Раджакилозавр. Блин, даже с критом 800 всего лишь. А, это бесполезный удар против этих ребят. Ну ладно. Уху, выжил. Но броня спасает, да? А вот этот недобитый поп до сих пор здесь. Но он по-любому пробивает, давайте. Выходи на бой. Парамолох. Не выживет. А хотя нет, у нас сейчас будет опережающий паралич. Прощайся с жизнью. Ну конечно, да, то что у него первый удар — вообще хороший динозавр, и быстрый, и жизни нормально, и удары хорошие. Ну да, вот только что ему приходится принимать на себя урон. Первый удар. А зачастую, даже если существо быстрее, то два удара. Горгазуха насыпали. Так, ну чё, уровень противников растет, ребята. Давайте будем двигаться дальше. Давайте пойдем. Не, ладно, давайте еще раз пойдем вот так. А потом будем больше
пахицефалозавридами. Так, ну начинаем с тебя. Ну, у нас уровень выше, мы потом уходим. Блин, а ну капец, как больно. Больно бьешь. Еще вот эта подмена, да, блин, которая сразу дымажит. Она просто... просто капец. Ну все, да не сработал паралич. О, он сработал, наконец-то. Неплохо так, да? Три удара. Дымах такой хороший, конечно. И что это было? А на кого я наложил удар вот этот? В никуда. Удар по привидению. Так нечестно. За один удар пробил. Вот это да. Так, давай мановый метродон. Твой выход. Надо его понерфить, силу удара. Рычит так забавно. Как какая-то барашка. Такая такая механическая. Так. До свидания. Как раз хороший был удар. Кстати, это же вообще существо как раз идеальное именно для этого боя. Но удар слабоват. А может и нет. Это у нас было 1.5 урона, наверное. Так, уровень противника у нас уже довольно высок. Хорошо. Предлагаю вот так вот пойти. Если что, у нас там Индомиус завалялся. Так, ну начинаем с нашего гостя. Он сейчас захочет подмениться, да? Ну, конечно. Если есть существа, у которых есть бонус при замене, он это делает. Ну, это, в принципе, правильно. Вот ты, блин, не добиваю. Ну опять, да, бой в никуда. Ну вот что это такое? Дракарекс, ты, наверное, слишком сильно бился головой в мире юрского периода 2. Ну вот как это называется? Я тупо теряю удар. И он его сейчас опять пробьет. Нет. Ого, была контратака какая. Больно бьет. Но увы. Ну это как-то так странно. В принципе, моя очередь бить, противник подменяется, да, и он меня бьет. Вот как-то странно. Интересно, выживет, нет?
Так, ну что, опять победоносную серию сделаем. Отлично. Мы еще живы. Хотя опять, да, не тот удар, но тут без разницы какой. Так, ну еще остался нам один бой и получим суперприз. Так, и у нас что? Ирритатор, капразух и пастазух, да? Кстати, я вообще ни разу вот этим не сражался с существом. Стиги. Даже вот не знаю. Тебя что? У него жизнь неплохо. Тоже есть, кстати, опережающий паралич. Ладно, давайте возьмем, чтобы не проиграть Индоминуса на всякий случай. Ну хотя. Так, ну что? Давай. Два косаря. За что? Так, это была у нас только контратака, да? Ну, пробьет, нет? Не пробил. О, это был крит. Есть, паралич есть, держится. Так, ну если следующее существо будет просто медленнее нас, мы сможем его продамажить и подмениться. Да. Неплохо. Половиночку жизни сняли. А, Индоминус появился. Индоминус злится. Дос-видос. Так, пастазух появился. Он быстрее. Вообще-то надо было подмениться. Блин, мы же так и не посражались аласинозавром. Это он глупую фигню какую-то сделал. А, не, подхилялся. Блин, больно бьет. Так, ну у него исчезла у него вот та вот фигня усиливающая. И у нас опережающий удар его добивает. Блин, классный динозавр, алсинозавр. Приносит нам победу и эпический инкубатор. Так, ну. Мы все заждались. Барионикс, зелененький крокодильчик. 12600, ребятки, вот это я понимаю. Горгазух. И пасти метродончика, ребята, нам насыпали. Так что на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.